Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинас, и сегодня пятница, день Слайма Рейнджер. Дождливый немножко день, правда, но это ничего страшного. Ставьте лайк, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, ведь сегодня у меня для вас новый, довольно-таки интересный челлендж. Ну, если его можно назвать челленджем, так как где у меня... А, все нормально, я его сначала не разглядел, но нет, он здесь, все хорошо. Только он нам не только плорты дает, как вы помните, но и, кстати говоря, а где плорты? Мерцающие плорты, это почему они не собираются, я что-то не понял. Не совсем понятно, но зато перезвончики дает стабильно. Друзья, не забывайте также оформлять спонсорские подписки на канал, ссылка есть в описании. Я буду вам очень признателен за поддержку. Даже если у вас нет возможности, просто перейдите по ссылке, посмотрите, вдруг что заинтересует. Ну а сегодня, друзья, я решил сделать довольно-таки интересную штуковину. Это займет довольно-таки приличное время. Давайте начнем в первую очередь с подготовки, подготовительный этап. Да, я забыл, что у меня песчаный бассейн здесь есть еще с прошлого видео, поэтому давайте, наверное, сделаем нашу базу в другом месте. Например, я думаю, можно это сделать у Огдена. Идем сюда с вами, и давайте, наверное, превратим, ну, например, какой-нибудь загончик. Давайте вот этот загончик мы с вами превратим, так, этих ребятушек мы с вами потом выкинем в море, превратим в клетку для самых крутых, самых сильных и самых необычных слаймов в игре. Я думаю, что это будет очень даже любопытно, вот такой вот большущий купол получается. И наша задача, друзья, это, естественно, знаете, что я сейчас думаю? Shadow Slime. Сможет ли Shadow Slime? Хотя ладно, разберемся. Я думаю, что все нормально будет. Погнали. Наша задача, я тут себе даже, если честно, выписал, ребят, всех слаймов, которые я хочу сегодня собрать. Получилось реально приличное количество. Но я постараюсь все делать быстро и показывать вам все тоже максимально быстренько. Начнем мы так купить Enable Hack, и Gravity Cuffs мы тоже с вами купим, объясню попозже для чего. Значит, Gate Hack используется для того, чтобы мы с вами могли попасть в поместье Мокки Майлз. Кстати говоря, ссылки на все моды, которые будут использованы для этого видео, будут в группе ВКонтакте. Ссылка тоже есть в описании, ребята, подписывайтесь. Так, наша задача тпшнуться, в принципе, в любое место. О-о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 ! Найс! Начало хорошее! Смотрите, это, походу, я когда-то участвовал здесь в гонке, и она не успела закончиться, что ли? Почему у меня здесь ртутные остались? Вообще, они должны появляться, когда ты нажмешь на эту кнопку, но у меня уже сразу, смотрите, много довольно, нифига себе. Вообще дофига ребятушек. Ладно, тогда все хорошо. Благодаря гейт-хаку, друзья, мы можем с вами ртутных слаймов оставить себе. И, собственно говоря, они не исчезают. Ну, во-первых, мы можем их вообще поймать, а во-вторых, они не исчезают, что тоже очень хорошо. Так, дальше. Давайте, наверное, мы с вами продолжим. В принципе, я думаю, что я буду стараться, ребят, показывать вам именно как добыть слаймов. То есть, если они у меня есть на базе, я все равно буду стараться, ну, как бы, найти их, короче, самостоятельно в дикой природе, либо же создать, если это необходимо. Потому что если их все собирать с... Так, соленый раствор мне сейчас нужен, сейчас мы его поищем. Если их всех собирать с моей базы, то это будет слишком изи и слишком неинтересно, на мой взгляд. Мне кажется, что должно быть все-таки вот так вот поразнообразнее. Так, это все еще спиральный пар. Блин, мне нужен глубинный соляной раствор. По-моему, он добывается с помощью насоса. Насос у меня 100% имеется вот здесь. И, соответственно, с помощью этого насоса мы... Опа, и вот то, что мне нужно. Глубинный соляной... А, вот ты уже salty slime, мелкий такой, проныра. Давай, иди сюда. Все, тогда соляной раствор мне уже не нужен. Ну, непосредственно, если розовый слайм ест соляной раствор, ребята, то он становится salty slime. Вот, пожалуйста, прими. Так, дальше, что мне еще нужно? Мне нужно желейный камень получить. На самом деле, проблема в том, что желейный камень получается с помощью... буровой установки. Я вот не знаю про... Опа! Погоди, иди сюда.
Это, ребят, если что, безумно хорошо, потому что я сейчас скипнул мерцающего слайма у себя в списке. Потому что они обычно появляются в, ну, разных местах, также где и обычные мерцающие вот эти большущие слаймы появляются. Тоже в разных. Поэтому, ну, типа здорово, что он нам попался. Это намного сильно упростит нам задачу. Так, наша следующая задача это... Так, коробочку можно сломать. Нет, здесь ничего нету. Опачки. Стоп. Желеобразный камень. Найс. Это то, что мне нужно. Теперь нам нужен специальный ларго. Специальный ларго, который называется бабаховый плюс кристальный. Блин, где бы мне его добыть? Так вот, чтобы прям быстро. Я не знаю, может быть, я буду здесь монтировать, ребят, чтобы немножко все ускорить. Давайте я, наверное, сейчас скину тех слаймов, которые у меня уже есть, в нашу, так сказать, импровизированную клеточку, скажем так. Так, погодите, я не сюда хотел. Я хотел, по-моему, сделать это вот здесь. Или здесь. Нет, здесь, все правильно. Скинем их сюда. Ну, а потом я уже с вами, ну, как бы вернусь и покажу, что нам надо делать дальше. Блин, вообще прикольно, смотрите. Ладно, нормальная тема. Давайте я приду с ларго. Блин, времени ушло у меня на это прилично, я бы сказал, ребята. Очень много. Блин, я не знаю, очень редкий ресурс, если честно. У меня вот ушло, наверное, дня три я собирал. У меня просто целая куча теперь этих ресурсов, из-за того, что я их, ну, все собирал как бы в инвентарь, чтобы быстро найти Slime Solution. Ну, вот он зато, я его нашел, слава богу. Блин, я по дороге разбросал, если вы не против, чтобы время не терять. Заодно моя задача теперь это еще и вот этого фосфорного чувачка тоже себе забрать, ребят. Все очень просто на самом деле, мне он понадобится тоже для одного из модифицированных слаймов. Нет, не умирай. Нет. Зачем тебе крылья даны слаймовым богом, если ты просто не можешь улететь из такой ситуэйшн? Ладно, давайте другого себе фосфорного слайма возьмем. Самое главное, что он у нас с вами есть. И наша задача теперь получить, во-первых, радиоактивный плорт. А во-вторых, так, нам нужно еще квантовый бабаховый собрать. Давайте, наверное, ребят, тоже все немножечко ускорим. Мне нужен, получается, квантовый бабаховый и радиоактивный. По большому счету, мне больше пока что уже... Опа! Приколдес, это очень хорошо, это очень повезло. Так, давайте сразу зачекаем, есть ли здесь еще золотой, потому что здесь часто золотые появляются. Но не в этот раз, по всей видимости. Ладно, ничего страшного, в принципе. Ребят, на самом деле жестенько пришлось мне, но я вроде бы нашел все, что хотел. Ой, еще и Unstable Shard там выпал сразу. Три штуки, нормалек, неплохо. Так, первый наш шаг, давайте сразу сделаем себе слайма, которого сделать не очень тяжело. У нас с вами есть солнышко, оно хоть только и встает, но уже есть. Поэтому мы можем сделать с вами вот так и... Ой, нам надо сделать только это максимально быстро, чтобы фосфорный сам по себе не исчез. Давай, кушай. Ну кушай, главное, чтобы он не исчез. Ну давай, кушай, чувак. Прекрасно. Теперь просто тупо ждем, ребята. Солнце самостоятельно сделает свое дело. Вот это пасхалочка. Самостоятельно сделает свое дело, и все будет хорошо. Так, это у нас будет один готовый. Нам надо будет еще сделать кое-что. И еще кое-что. Это будет квантовый. Нам нужен будет бабаховый плорт еще, ребят. Вот что нам еще нужно будет. Так это бабаховый плорт. Плюс, скорее всего... Да. Замечательно. Значит, наше следующее решение — это бабаховый плорт. В принципе, давайте я его, наверное, возьму уже у себя. По большому счету, чтобы не бегать. Единственное, что я не помню, есть ли у меня на ферме, в принципе, бабахи. Потому что не самый это мой любимый слайм, если честно. И не особо меня он прикалывает. Поэтому вполне возможно, что бабахового, да, у меня, скорее всего, не имеется. Отстой, это не очень хорошо. Ладно, так, нам нужен бабаховый и нам нужен еще квантовый плорт, точнее, этот, квантовый слайм. А, у меня квантовый слайм, все, супер, найс. Я все просчитал, все хорошо. Значит, у нас с вами есть теперь нестабильный слайм уже готовый. Давайте один осколок сразу.
Куда ты полетел? На кого ты меня оставил? Я хотел осколок выкинуть, а не слаймом. Блин, почему всегда эти приключения так заканчиваются? Блин, мне нужен был этот слайм, если честно. Так, ладно. Блин. Мне нужен бабаховый плор теперь. Так, хорошо, ладно, давайте тогда я сейчас сбегаю за бабаховым плортом. Короче, давайте я сейчас, ребят, отвезу, во-первых, Shadow Slime к нам на базу и вернусь к вам уже с бабаховым плортом и со всем, что нужно. Мы с вами сделаем все остальные приготовления. Чтобы я время ваше не занимал, просто пока что поставьте лайк. Смотрите, кого я здесь нашел, друзья, как раз таки то, что мне нужно. Так, значит, мне, чтобы сделать бабахового, так, давайте я, наверное, сделаю вот так сразу, оп. Не-не-не-не-не-не-не-не, это не тебе, чувак, и не тебе, чувак. Блин, бабаховый, сожри, пожалуйста, квантовый плорт. Ой, наоборот, квантовый, сожри, бабаховый плорт. Так, этого отпускаем, этого забираем. Вот этого чувачка нам по-хорошему надо бы сохранить. Только как бы мне это сделать, вот в чем вопрос. В принципе, я могу квантового скинуть, вот так вот скинуть. Это у нас с вами сейчас получится нестабильный снова, который нам сделал Вара, блин, гаденыш такой. Ну и все, нам остается сделать вообще буквально полнейшую фигню, а именно золотого слайма скинуть. Unstable слайма я, наверное, пока что сохраню, раз уж он Вара делает каким-то образом. Я честно не помню, каким образом нестабильный слайм так работает, но раз уж работает, надо быть поаккуратнее. И сразу же мы еще кое-кого принесем, потому что, если честно, как этого чувака добыть сейчас, я не представляю. Я уже на... небольшой спойлер, на пати Горда не охотился очень давно. Так, этого скинули, теперь давайте вот сюда. Здесь у нас с вами есть такой небольшой секретный загончик. И давайте вот этого заберем. У меня стоит, ребят, мод на Persistent Fashion. Это значит, что если на слайме есть какая-то мода, модная деталь, то она должна сохраниться. Ну, по идее, по крайней мере. Давайте посмотрим. Да, да, вот пати слайм, прекрасно. Так, теперь наше следующее решение, это, по-моему, предпоследний слайм, который мне остался. Сделать его не особо тяжело. Сейчас я вам это продемонстрирую. Так, есть у нас, значит, с вами розовый, например, слайм. Есть у нас с вами, например, какой-нибудь... Сейчас покажу. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, например, плортик какой-нибудь. Блин, не могу найти пока что никакой, сори. Блин, одни розовые везде. Где миуровые-то? Миуровые здесь тоже должны были быть. Что-то ни одного не вижу. Все еще ни одного. Такс. Такс. Есть миуровый, но нет розовых плортов теперь. Блин, где все плорты? Боже мой, наконец-то. Вот еще и этот появился, еще лаки слайм, но он мне уже не нужен. Такс, найс. И теперь мне нужен еще миуровый плорт для полной комплектации, скажем так. Давай, иди сюда. Приходится все самому делать. Блин, они сами не хотят кормиться, нифига. Ты? Давай мне свой плортик. Найс. И отдаем его, соответственно, вот этому чуваку. А теперь отдаем ему... Ладно, ладно, ничего страшного, давайте я все это повторю. Наверное, все-таки, ребят, я удалю этот мод на... Ой-ой-ой, нет-нет-нет, давай кушай. Удалю этот мод на дождь, ну потому что это просто полнейшая жесть. Я не понимаю, почему он постоянно спавнится, этот дождик, хотя должен... Так, чувак. Ну блин, я для кого Slime Solution-то подготовил, чувак? Кстати говоря, есть такой баг, иногда появляется, что вар тупо не ест Slime Solution, хотя по идее должен. Такой баг реально есть, и я надеюсь, что он сейчас не сработает. Блин, он сейчас уже сдохнет, мне кажется. Вот, давай, правильно идешь. Нет, ну вар, почему? Скушай, пожалуйста. Ну вот же он... Найс. Молодец. Молодец. Только вот я немножко затупил. Мы же не сможем его к себе в инвентарь засунуть, а соответственно не сможем с ним ТПшнуться. Просто класс. Просто офигенно. Где он? Чувак, вернись. Блин, что за подстава? Это на самом деле очень тяжело сделать теперь, ребят. Я сейчас подумаю, как это все оформить. А пока давайте-ка
Я снова сделаю монтажную вставочку. Вообще, ребят, я так подумал, что самое главное, что я вам показал, что есть такой слайм, все равно не смогу посадить его в загон, потому что он тупо всех там сожрет. Потому что даже спокойный вар, он все равно жрет слаймов, к сожалению. Нельзя тупо его оставлять в одном загоне с нормальными слаймами. Поэтому я решил, что самое главное, что я вам показал. Ну, а теперь покажу еще одного слайма, которого я, к сожалению, сохранить в загоне не смогу. Точнее, даже двух. Вот эти ребята, друзья. Их я тоже, к сожалению, никак не могу, сохранить. К сожалению, если я их посажу в загон, начнется полнейшая катавасия, будет полнейшая жесть. Но, чтобы вы просто знали, да, есть такие вот два прекрасных слайма-телепортатора, который все, что попадает в слайм в черную дыру, выходит из слайма белой дыры. И если уничтожить одного из этих слаймов, например, вот черненького, то и белый, соответственно... Сами видите, что происходит. Кстати, видите, белый как меня отталкивает. Если выносливости нет, то он капец начинает отталкивать. Вот я сейчас зажимаю, ребят, идти. Вот, я, видите, не могу дойти до него. Такс. Ну, короче, вы поняли, я думаю. Ладно, он в любом случае сам прыгнет в море, потому что он не хочет находиться в месте, где нет его черного братика. Ну, а мы с вами должны сейчас скинуть последнего слайма, Unstable слайма. Ребят, это было длинное видео. Реально надеюсь, что вы меня поддержите, потому что я, когда начинал его снимать, я просто даже не думал, что это будет настолько хардово всех слаймов собрать в одном месте. Но надеюсь, что финальный результат того стоил, и вы его оцените. Вот наш загончик волшебный. Мы сюда сажаем еще Unstable слайма. И вот что получается, друзья. Все эти красавчики, которые, по идее, вообще не должны находиться в этом мире, они все находятся здесь. И меня это, если честно, очень радует. В принципе, есть еще глючный слайм, конечно. Но глючный слайм — это, по сути, форма руин слайма. Не знаю, нужно ли его сюда добавлять, но... В принципе, точно такой же. Чисто теоретически его можно сделать с помощью модов, но это нужно будет именно через чит-меню, короче, ну, вы поняли, в общем. А так вот, мне кажется, это очень даже красиво. Ставьте лайк, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, вон гигант уже даже вырос, чтобы вы поставили лайк. Не забывайте, естественно, писать комментарии, ну, а я все их постараюсь прочитать. С вами же был Чинаски, увидимся уже совсем скоро в новом видео. Пишите своего любимого модифицированного слайма в комментариях. До скорых встреч и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.